Сегодня к Международному дню инвалидов в Республиканском детском доме-интернат «Забота» подготовили концерт для его воспитанников. Дети с большим удовольствием приняли участие, получили много позитива и хорошего настроения. Альбина Ламкова продолжит тему. Слились воедино, как в русле река. Ибрагим Батчаев вместе с друзьями из дома-интернат подготовили концертные номера. Ему 15 лет. Любит общаться со сверстниками. Здесь он получает понимание и заботу от педагогов и воспитателей. Из любимых занятий люблю поиграть в мяч и шашки. Тут как раз-таки меня научили и читать правильно, и писать. Вот почерк мой плохой очень, но мне помогают, и у меня почерк со временем становится лучше. А кто твой любимый писатель и произведение? Ну, наверное, Пушкин. Организаторы подготовили программу таким образом, чтобы никто из присутствующих не почувствовал себя обделенным. Со сцены звучало множество теплых слов и добрых пожеланий от гостей мероприятия к воспитанникам и работникам дома-интернат. Желаю огромной-огромной удачи и радостных глаз ваших воспитанников, наших друзей. Добро по расписанию не делается, поэтому, когда мы нужны, зовите. Дети из музыкальной школы микрорайона Московского и воспитанники Дома культуры аула Кубина подготовили яркие номера, среди которых игра на музыкальных инструментах. Хоровое и сольное пение. Исполнялись классические, народные и современные музыкальные произведения. А девчонки подарили прекрасное настроение, спев о лете. Когда дети услышали игру на национальной гармонии, ноги пустились в пляс. На протяжении всего праздника в зале царила необыкновенная атмосфера домашнего уюта и теплоты. Полный аншлаг. Аплодисменты от чистых сердец воспитанников дома-интернат сопровождались весь праздник. Одно удовольствие петь для детей, отметил артист эстрады и кино Шервани Мурдалов. Они подарили исполнителю позитивную атмосферу душевного тепла и единства, а еще неподдельное чувство радости. Более благодарного зрителя, чем эти детки, они не найдут. Это во-первых. Во-вторых, такие концерты нужны не только для того, чтобы порадовать детей, но и нам, артистам, чтобы выровнять самооценку и разбудить в себе человеческие чувства, которые притупляются в погоне за рейтингом, за заработком. Альбина Ламкова, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия.